Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Машенька Машуня Черняк. А жизнь продолжается. Вот смотрите. Я пришла с работы. Спать совсем не хочется. Не знаю почему. Посмотрела в интернете. Насыпной этот пирог. С яблоками. Одним словом так. Мне так захотелось его испечь. Вот я с вами хочу поделиться. Вот такая кружка. Вот одна кружка муки. Вот мука. Вот одну кружку муки. Одна кружка. Все один к одному. Сахар. И одна кружка манной крупы. Вот манная крупа. Видите, манная крупа. Точно, все, вот одна кружка, вот кружка. Вот, мы насыпали сюда. Сейчас. И разрыхлителя. Вот разрыхлители, у меня вот такие разрыхлители здесь. Сколько? 10 грамм. Ну, вот два разрыхлителя по 10 грамм. Вот они. Здесь уже опустошила, вот они полненькие. Надо столовую ложку. Ну, 20 грамм. Вот они. 10-20 грамм достаточно. И вот так вот перемешиваем смесь. Вот. Потом здесь у нас такой лоточек. Смазали маслом. Начали маслом, потом пергамент. Пергамент прекрасно ложится. Лоточек у меня уже, конечно, не свеженький. Вот. В бою побывал. Жарим, парим. И вот так вот насыпаем. Вот смотрите. Вот так вот насыпаем. Вот. Это сухая смесь. Потом яблоки. Я почистила яблоки. Ну, что-то я когда долго возилась, и яблоки у меня почернели. Надо на три части разложить. Разделить на три части. Хотя я и лимонную кислоту. Насыпала. Но все равно. Яблоки почернели. Вот масло нам уже растительное не надо, подсолнечное. Нам нужно будет сливочное масло. Ну, желательно 82,5. Вот 8. Ну, и не обязательно такое, но вот с этой серии. Чтобы оно маслом пахло. Плохо, что. Ну, почернели. Что теперь? Что ж теперь будем делать? Сочные такие. Вот. Так. Это я делаю первый раз. Вот просто вот посмотрела я видос в Ютубе. И прям тут же захотела сделать. Вот второй раз засыпаем. Смесь на 4 раза. Вот раз. Мне даже самой интересно, получится у меня или нет. Должно получиться. Почему не получится, правда? Вот так это. Так, теперь опять берем. Яблоки. Вот раскладываю. Женщина, когда показывала, как она их делала, у нее яблоки были беленькие. Я еще тоже думаю, странно, какие-то у нее прям белые-белые. Может, она. В последнюю очередь их надо тереть.
когда лучше сначала все приготовить, а потом яблоки тереть, тогда они не темнеют. Я вначале яблоки натерла, а потом смесью делала. Так что надо все наоборот. Так мы уже определили теперь с вами, что для этого нужно. Да? Вот берем смесь, опять засыпаем. Опять засыпаем. Вот. Разрыхлитель сделает свое дело, я надеюсь. Так. И третий раз вот у нас. Третий раз. Так, надо было побольше, что ли. У меня этого много. Так, не-не-не, еще надо сыпать. Все. Лучше высыплю. Равномерно, да? Надо один слой этого смеси, ну вот сахар, манка, манная крупа и мука, ну и этот разрыхлитель. Так, на 4 раза, да, его надо разделить, чтобы нам 4 раза нам вот это вот побольше надо. Я что-то не определишь. Сначала не определишь. Очень трудно определить, сколько надо. Тем более, когда делаешь первый раз. И вот мы сыпем. Сейчас я все выброшу. Сейчас. Растерим. Чтобы не засорялась раковина. Так вот. Тарелочку уберем. Надо килограмм яблок. Килограмм яблок. На это все. Можно сразу распределить яблоки, наверное, на 3 части разделить. Ой, извините, пожалуйста. И сейчас будем быстренько засыпать. Засыпать. Это все. Смесь высыпем. Я сама не понимаю вообще. У нее такой красивый пирог получился. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, полностью все засыпаю. Вот я вот так вот сейчас и распределю. Ну, потом в следующий раз будем делать. И надо на низ побольше. Очень трудно было. Вот я не знала, сколько надо, сколько, какая сыпучесть, какая. Так. Сгорит. Думаю, не сгорит. Так, теперь нам надо, так вот, надо вот такую вот решеточку, видите, терочку. И масло. Раскрыть масло. Сейчас мы будем натирать масло на терку. Так, сейчас мы очистим упаковки. Так, масло у меня не с морозилки,
а просто лежала в холодильнике. Все, я буду натирать. Вот, натерли. Сейчас распределим масло. Всю упаковку масла мы... Здесь сколько грамм? Здесь у нас 180 грамм. Ну да, 200-180 грамм. Что-то у нее так красиво все получалось. Я не знаю, вот прям... У нее заморожено масло было. А я аж палец... Поранила обтерку. У меня комками такой вот она. Замораживает, ты вообще его не потрешь. Засмотришь видео, у них так все красиво получается. Когда начинаешь делать, обязательно что-то не так. Ну не так, нет, оно-то так, но не так, как у них. Так, ну... Масло должно впитаться. Так, духовка у меня уже горячая. Я ее включила на 200 градусов. Сейчас поставим. И буду уменьшать. Потому что, видишь, оно комками, оно должно... Так что, ставим духовочку. Ставим духовочку разогретую. Вот. И будем смотреть. Сейчас я уменьшу, конечно. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. С вами Мария. Это первая часть. Вторая часть, когда мы приготовим. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. У меня очень-очень много интересных видео. Всего хорошего!